Мощный ураган обрушился сразу на несколько регионов Германии. Ветер средств со скоростью почти 180 км в час. Сообщается, что жертвами стихии по последним данным стали 7 человек. Люди погибли из-за падения на них тяжелых конструкций и деревьев. Еще более 10 пострадали. По всему городу повалены дорожные знаки, повреждены автомобили. В Берлине, Гамбурге и других федеральных землях перебои в движении общественного транспорта, включая метро. Во многих аэропортах отменяют или переносят рейсы.